12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В 2018 году ей уже 25 лет. Высший нормативный правовой акт принят народом России 12 декабря 1993 года и вступил в силу 25 декабря. Конституцию ныне действующую принимали в очень сложной обстановке, в обстановке очень серьезной политической борьбы между, естественно, сторонниками коммунистической партии и либерального крыла. И, безусловно, так сказать, на фоне вот этих событий, которые происходили, противостояние президента и, соответственно, съезда народных депутатов. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных и судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также поправки и пересмотр Конституции. Конституция ведь принималась как конституция переходного периода, именно для того, чтобы преобразовать общественный строй. И, соответственно, сама идея конституции, она конструктивно устроена как? Что основы конституционного строя, они не могут быть пересмотрены иначе, как путем принятия новой конституции. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции могут вносить президент, Совет Федерации, Государственная Дума и законодательные органы субъектов. Для вступления в силу поправки должны быть одобрены органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации. Они отражали требования времени. Например, были внесены поправки, где парламенту дали контрольные полномочия над исполнительной властью. Естественно, постоянно вносились поправки в связи с изменением то названия субъектов Российской Федерации, то в связи с принятием в состав субъекта Российской Федерации Крыма, Севастополя. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.